Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас великая новость. Мы сегодня испытываем лодку, которую совсем недавно прикупили. И вот сегодня мы выезжаем первый раз на воду с Димой, с Олегом. Под водой. Да, да. Игоря с нами нету, но он посмотрит это видео и будет стремиться быстрее приехать, вернуться обратно к нам в Вирджинию из Украины. Ну, вот это вот лодка. Бой в постели, бой в полете, бой на даче, в огороде, бой в рабочие часы, бой стирая трусы. Выкинь нахрен бутерброд, пением займи свой рот. Если хочешь похудеть, нужно постоянно петь. Ну вот лодка подцеплена. Подцепили ее к джипу Игорька. Ну все, потихоньку выдвигаемся. Друзья, ну вот мы и спустили лодку на воду. Я только что запарковал свой трейлер и иду к ребятам, где они меня ждут. И сейчас будем ее запускать, и у нас будет первый выезд. Рыба красава ловится на раз. Ну а если сорвалась, это рыба. Ну вот мы и выплыли. Проплываем в океан, ну, в залив. Проплываем красивейшие места, скажем так, дома миллионеров, которые находятся на воде. Куча, конечно, сегодня лодок. Воскресенье, теплый день. Огромные корабли ходят. У нас, конечно, маленькие, но тоже плывет. Вот, Дима, привет передай. Дима. Дим, повернись. Да. Привет. Олег. Его пытался, но вот, сука, никак. Все же как-то ухитрился, застегнул и не дышу. Но тут брюки разорвались, на жопе по шву. Полетел к своей подруге, но забыл про цветы. Проскочил на красный свет, штрафанули менты. Все пошло совсем не так, как хотелось бы мне. Настроение пропало, не поеду к тебе. Эй, братуха, давай держись. Сегодня все херово, завтра будет зашибись. Эй, братуха, давай держись. Сегодня все херово, завтра будет зашибись. Я смотрю на часы, и это просто капец. Игнорируешь ты все мои смс. Сердцем чувствую я, это снова обман. Да еще ко всему, кот настрал на диван. Прождала целый день, сотворила грибной. Так мечтала я снять сексуальный застой. Но пошло все не так. Всем привет! Олежа там, сзади. То есть испытание лодки пока проходит нормально. Все живы-здоровы. Да, сейчас посмотрим, если мы еще какую-то рыбку поймаем сегодня здесь. Это будет вообще сказка. Вот это дом на продажу. Вот посмотрите, друзья. Стоит, наверное, 1 500 000 долларов.